Так, розочка что-то метается, не знает, куда подойти. Так, Эль Прима. Мне не нужно с ним в бой идти. Близкий. Так, вот розочка бежит. О, видишь, какой вот у розочки удары. Я сейчас исчезну, и они не знают, где я бегаю. Вот, видишь? А я сейчас сюда спрячусь, все. Блин, я не успел спрятаться, меня Роза увидела, где я стоял. Ёлки-моталки, вонючий Элеон, блин. Вонючий. Да, Дуда Плей. Всем привет, ребятки, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в Brawl Stars, и сегодня мы будем играть за Леона, это легендарный боец, либо по-другому называют его еще скрытный боец, скрытный убийца. Почему скрытный убийца? Потому что его супер позволяет ему исчезать. Исчезать, кажется, на 5 секунд, да, на 5 секунд он исчезает, и может бегать, всех убивать. Так, этот чудик за мной решил побегать. А, это типа Пенни, это же Пенни, это ж не чудик. Так, сейчас попробуем. Ой-о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 й. Вот, смотри, хитрюша. На, получай мои эти самые сирюкены. Сирюкены мои. Слушай, я в одно время хотел Леона конкретно... Как тебе сказать? Я его хотел конкретно улучшать. Ну, не улучшать, а как сказать? Ну да, улучшать я его хотел конкретно. Но потом понял, что... Сейчас я вот понял, что это фиговый боец на самом деле. Видишь, поражение. Ой, как тебе объяснить? Вот Пока мне нравится. Потом, кто мне нравится? Еще Бул нравится. Ну, Була не очень прикольная супер. А вот Кольта, да. У Кольта прикольная супер. У него... Он выстреливает мощным зарядом. Вот смотри, сейчас он... Сейчас у него супер будет, и он его убьет спокойно. Смотри. А, ну, конечно, у него минус у Кольта. Да, видишь, Кольта убил. А потому что он близко подошел к Булу. Нельзя подходить близко к Булу. Это все должны знать. То, что Бул мочит только так. Он уничтожает своими ударами. Он круче, по идее, Розы. У него сила удара больше, чем у Розы. Но у Розы плюс, что она раскидывает, такую троечку делает удара. Но у него слабее. У этого, у... Как его там, господи, у Була, да. Бул поинтереснее в этом плане. Так, все, смотри, я... Ой, Була. Нет, этого. О, это волшебница. Она картами бросается. Да. Эль Прима. Я же про Эль Прима говорил, правильно? Да. Эль Прима, он боец такой вот близкий. К нему надо близко подходить, когда он не будет бояться. Вот либо его, смотри, я исчез, и он не знает, где я. А может, знает. Ой-ой-ой, тарин... Ох, смотри, меня чуть не убили. Так, это волшебница до меня идет, вонючка. Видишь? Она понимает, что вот против меня... Ну как, я же не дурачок. Ох, нифига, смотри, что произошло. Открылась. Короче, это Дина... Блин, а чё ж я не подумал, что он разрушит стену? Да, это боец более высокого ранга. Волшебница вот эта вот. Это, кажется, Эмз ее зовут. Вот она более такой продвинутый боец, интересный. Она кидает карты. Не подумал я, что метеорит разрушит стену. Да, я откроюсь ей. Прям вот метеорит, вот надо было вот именно прям в это место стрельнуть, я вообще не понимаю. Вот лучше бы ты прыгнула туда, в облако, ядовитое облако, и там бы посидела бы немножечко. Было бы хорошо. Давай, прихлопните ее. Ребятушки, отомстите, пожалуйста, ей за меня. Да, видишь, она бегает за ним. Видишь, какой? Она не боится, она прям бегает за ним, хочет убить их. Но! А зачем она притягивает Эль Прима? Вообще я не понимаю. Ага. А, глупо, она притянула Эль Прима, который ближний боец. Ну, который он ее убил, в конце концов. Да. Ладненько, играем снова за Леона. Может быть, мне Леон понравится. Слушай, когда я сейчас вот поиграю, немножко поиграю. Может, он мне понравится? Не знаю. Напиши комментарий, вот тебе нравится Леон или нет. Ох, нифига, сейчас взрыв будет. На! Так, иди отсюда. Может, он у меня просто не раскрученный, этот Леон. Поэтому, как бы, он такой слабый. Как мне кажется. Так, розочка что-то метается, не знает, куда подойти. Так, Эль Прима. Мне не нужно с ним в бой идти. Близкий. Так, вот розочка бежит. О, видишь, какой вот у розочки удары. Я сейчас исчезну, и они не знают, где я бегаю. Вот, видишь? А я сейчас сюда спрячусь, все.
Блин, я не успел спрятаться, меня Роза увидела, где я стоял. Ёлки-моталки, вонючий Элеон, блин. Вонючая супер, блин. 5 секунд только дает. Ну куда нафиг 5 секунд? Давайте 8 секунд хотя бы. 10 секунд. Ну что это 5 секунд? Я не успел даже спрятаться в кусты. Она меня увидела, подбежала, убила. Да, Роза молодец, она, смотри, она убила все-таки Эль Прима. Да, Роза хороший боец, мне нравится Роза, вообще нравится. Мне Пока понравилось, вообще интересно, он хилится, прикинь. Что там за способность спрятаться на 5 секунд? Что это за 5 секунд? Куда это годится? О, видишь, Роза подбежала, убила. Вот Роза классный боец. Тут намного лучше, чем Леон. Хотя Леон как бы считается редкий, да? Ну, фигня это все. Ну, Роза тоже редкая, кстати. Но, как боец Леон, так себе. Вот. Либо, может, просто я не умею Леоном играть. Тоже как вариант. Ну, смотри, оп. Все, она убила Джеки. Джеки или Джейси там. Так, минус 2 кубка, да, у Леона. Играю снова. Да, Леон мне не очень нравится. Сейчас посмотрим. Если, конечно, на пролом тут не бежать. А стоять немножечко. Вот, видишь, Пока бегает. Гаденыш. На, получи. Да видишь, вонючие удары. Ну и все, убили меня. Видишь, вот Пока мне нравится. Давай последим, как вот Пока будет себя вести. У меня вот эти музыкальные инструменты. Вот, блин, он мне как-то раньше не особо что-то. Пока. А тут я смотрю. Интересно. Да, он себя выдал, конечно, Пока зря. Зря он пошел выходить. Надо было ему сидеть там. Дальше. В кустах. И пойти наверх. Тогда бы его не увидели бы и, может быть, не убили бы. Ага. Ну, это хорошо, может быть, комментировать, конечно. Так, смотри, Шелли. Шелли бегает. А я тут сижу как этот самый. Все, я пошел за Шелли. Шелли, что, будем вместе, да, прятаться? Ага. Так, все, бойцов поубивали. Ах, нифига, как она подошла близко. На, получай, алло. А, она боялась меня все-таки, смотри. Она меня все-таки боялась. Не подходила близко. Но бывает. Тихо. Ну, вот эти сюрикены, это вообще до задницы поправили. Сюрикены эти. О, Шелли против Шелли, еще пчелка. Пчелка бегает. Ой. Пускай друг друга не убивают. Ох, нифига, 4 бойца осталось. Значит, кто-то еще где-то прячется. Давай я его найду. Кто там прячется-то? Ох, нифига, у нее какие выстрелы. Она меня убила. Ага. Давайте последим за нее. Надо было, конечно, я... в чем моя ошибка была, да, сейчас, когда я убегал? Надо было в нее тоже немножечко пострелять, чтобы она поняла, что я тоже такой непростой боец-то. Видишь, как она стреляет этими пчелами? Там такие ракетищи у нее. Если правильно стрелять, то вообще неплохо. А они что, самонаводка, нет? Вроде бы нет. Да, не знаю, что там. Ох, нифига, она всех выкинула. С арены, она уничтожила всех. Офигеть. Так, играем снова. Мне награду 6 этих звездочек дали. Вот тебе и Леон, да? Может быть, не знаю, я вот все жду. Жду. Когда же Леон будет как-то нормально играть. Тихо. Кто там меня стреляет? О, тетушка. Тетушка. Эй, тихо. Видишь, она на меня злится. Потому что она... А я, короче, знаешь, как буду просто ходить. И всем насаждать. Да? Потихонечку кого-нибудь. Тыркать. Так, никого тут нет. Так, а здесь? Я проверяю просто. Никто тут не спрятан. Нету, здесь никого нету, смотри. Так, понятно, они бы мне чем-нибудь ответили бы мне. Чем-нибудь ответили. Так, а у нас остается 4 бойца. Вон, я вижу Розу. Роза бежит. А там Шелька еще. Эй, тихо. А, видишь, мое исчезновение не помогло. Вообще никак. О, вот это мне нравится еще. Принцесса. Нормально. У нее супер такой, она взлетает и ракеты раскидывает. Вон, видишь, прыгнула, раскидала ракеты и стреляет дальше. Но
С такими надо еще попасть вместе ракетами. И Шелли просто подошла и хлопнула ее. Спокойно. Ага, играем давай снова. Ну что-то как-то Леон, что-то я не понимаю его. Сейчас вот, может быть, в другой какой-нибудь версии, может, в какой-нибудь другой игре я бы его понял. Но сейчас что-то я вообще никак не понимаю. Леона вообще никак. Может быть, я неправильно им играю. Может быть, я его не улучшил. Может быть, я еще не научился им играть, понимаешь? Ух ты, смотри. А Шелли, видишь, прыгнула только что. Это у нее жетон какой-то есть волшебный. Что она прыгает. На, получи. Вот, смотри. Она сейчас получит немножечко от меня. Тихо, тихо, тихо. Так, давай, где мое исчезновение, алло. Тихо. На, вонючка, вонючка. Видишь, она меня убила. Шелли. Но она, Шелли, непростой игрок. Знаешь почему? У него есть этот самый... Как он называется? Жетоны, всякие гаджеты. У него какой-то гаджет есть, слушай. Это крутой игрок, который уже играет, может быть, не первый год в эту игру. Поэтому сейчас последим. Ох, нифига, у него выстрел. Молодец. Ох, это зря она туда пошла. В дымовое облако тут ядовитое. С таким-то жизненным ресурсом-то. Сейчас посмотрим, последим. Я думаю, она займет первое место спокойно. Ребята, мы играем в игру, да? Ну, еще когда проигрываем, мы еще немножечко смотрим, наблюдаем. Не как только, как я играю, да, чтобы учиться. А но мы еще учимся сами. Смотрим, как играют другие игроки. Они не обязательно даже из России. Они бывают, что где-нибудь из Китая, из Индии, еще там. Американцы могут, французы там. Мало ли кто. И мы смотрим, следим и учимся. Ну вот смотри, молодец, Шелли. Шелли молодец. Она выиграет 100%, хотя вот у нее 3 кубка, а у Була сколько? 1. Нет, Бул неудачник, она его сейчас убьет, спокойно. Все, видишь, он что-то бегает, бегает, бегает. Все, она его супром выстрелила, он убежал в это облако, и там, конечно же, погиб. Так, ну а мы не получили ничего. Давайте попробуем еще раз сыграть, дадим Леону еще один шанс. И потом я скажу в конце видео свой вердикт. Хороший ли это игрок или не очень? Но пока... Не очень. Вот смотри. Опа! Успел убежать. Так, опа, зачем я так сделал? Скажи мне. На, получи. Есть. Прикинь, я его убил. Но вот этого я, наверное, не убью, Кольта. Поэтому. Опа. Так, а ну-ка. Так, там есть кто-то или нет? А, вон он убежал все-таки, смотри. А я стреляю в кусты, эти вонючие. На, получил. Оп, исчез. Мы исчезли, сейчас посмотрим. Ай, он меня раскусил, конечно же, где я стою. И он меня убил. Ну что ж, мой вердикт, что это не очень такой интересный персонаж, не очень интересный герой, Леон. Поэтому, по правде, игроки-то за него-то и мало играют. Вот ты смотри, в основном играют то Кольт, Роза, Шелли. Ну, Нита бывает еще. Вот как сейчас мы видим. Но за Ниту почему-то японцы или китайцы играют часто. Я вижу, вот... А, нет, смотри, а у Кольта тоже какие-то иероглифы. Кажется, японец, японский. А у Ниты... Ниты же, да? А у Ниты этот, китайец какой-то играет. Сейчас посмотрим. О, нифига, японец, молодец, а ну выиграл. А чё он тут не забирает банку? Вот, забрал, молодец. Посмотрим, посмотрим. Угу. Так-то... О, Ворон. Слушай, Ворон, конечно, выиграет. Спокойно. О, там еще и Булл прятался. Ну, против Ворона, не думаю. Не... Ой, ну здесь, смотри, у них сужена такая часть. Это такая была ошибка у Булла. Он, смотри, побежал сюда. Все. Видишь, супер какой был. Клевый Ворон. Ворон молодец, слушай. Ну, а мы получили всего лишь один кубок. Ну, и на этом будем заканчивать нашу серию. И я вам расскажу... Насчет Леона. Нет. Ну пусть будет мой боец Леон. Видишь, сколько у меня бойцов-то? Бойцов-то у меня не особо и много. Поэтому много неразблокированных бойцов, ребятушки. Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Мы этих всех бойцов с вами откроем.
Я хочу мистера Пи открыть. А, кстати, Сэнди. Сэнди, вам нравится Сэнди? Расскажите, вот, у кого любимый герой? Или Спайк, или Ворон, или Макс? Тара? Биа? Вот Биа прикольная. Биби. Так, а что за Биби? Я такая, а, вот, Биби отбивающий. На поле, когда шкала хоумрана заряжена полностью, удар Биби отбрасывает врагов назад. Ее супер упругий шарик из жвачки, прошивающий врагов насквозь. А, вот эту жвачку бросает. Все понятно, все понятно. Ну, а на этом мы будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.